Политическая игра, но не в кабинетах, а на паркете. Чиновники сыграли баскетбольный матч. Восток против Запада. Самым знаменитым игроком еще до начала игры стал Аркадий Дворкович. Не баскетбольный рост он обещал компенсировать точными передачами. Тренировать Дворковича и компанию взялся Сергей Иванов. Глава администрации президента хорошо знает правила игры в большом спорте. Несмотря на товарищеский статус, борьба на площадке развернулась нешуточная. В итоге «Восток» обыграл «Запад» со счетом 20-11.